Всем привет! Если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал. С вами DriveFoyer и добро пожаловать обратно в Bleach Brave Souls. И сегодня начинается эра видосов без жутких лагов и на большом экране. Это все больше не Sony Xperia M5, теперь это Honor 10. Мы с братом купили два Хонора, мне и ему. Себе он купил раньше на неделю, и поэтому я с него записал геймплей фиолетового ТКВ Ичига, а с этого геймплей краснозвездного Ичига красного и вот этот ГК. Игру я сделал как можно тише, потому что в программе DU Recorder она громче меня звучит. Меня это пугает, поэтому я сделал ее потише. Не знаю, с чем это связано. И, кстати, хочу сразу предупредить, что, возможно, будут слышны шлепки по экрану пальцем. То есть, вот если это громко было слышно, то уж простите, изменить это никак нельзя. У меня потерялось... Не было вообще встроенной программы этой самой. Вот тут есть значки. Вот у меня запись идет. Вот тут значки есть. И в них указано... В общем, в тех значках указано должно быть, типа, запись видео с экрана. Но ее нет. У брата есть, у меня нет. Я не знаю почему. Но если найду вдруг, то, конечно, обязательно с нее буду снимать. А так, пока вот с такой программы. Да. Итак, давайте мы с вами начнем ГК. Я думаю, даже может еще тише игру сделать. Вот, ну ладно. Я набивал на этом ГК 175 150. Сейчас я прошел еще раз 174. Кстати, я уже его... Это я... Вот этот билет я потратил на видос. Но там у меня была слишком громкая игра, я себя не слышал практически, поэтому решил перезаписать, чтобы было хорошо слышно. Но, видимо, будет громко слышно хлопки пальцев по экрану. Вот, по вашим ушам. Ну уж извините, что ж поделать. Если Huawei не заботится о своих, своих покупателях в качестве видеозаписи. Ладно, поехали. Ну, конкретно обо мне, как всегда, никто не подумал из компании этой. Вот, у брата есть запись видео, а у меня нету ее почему-то. Я не знаю почему. Эх. Ну ладно, что ж поделаешь. Итак, начинаем. Вот я сейчас буду такие вот нехорошие звуки. Потому что вот так приложение работает. Нет, вот подожди, тут зарядка не нужна, а нужен первый прием. Это я помню. Зарядка нужна, чтобы босса завалить нормально. Хотя можно и сутки завалить. Изи. Все отлично. Фу! Бежим, мулька, бежим. Чего? Фух. Хух, так сказать. Сейчас же еще одна Хари был. Сейчас мы ее завалим. У меня щит от тебя. Ой. Ну ладно, таких, как говорится, не без влажных пальцев, которыми неудобно по экрану водить. Серьезно, я не понимаю, почему у меня потеют пальцы постоянно. Особенно, когда я записываю видос. Неужели нельзя быть сухим хотя бы раз? Хотя, мне кажется, с Paintball's Hit'ом было бы еще ужаснее звук. Нажатие по экрану. Смотрите, как быстро. Все, я с начального экрана при вас зашел. Это ж просто нечто. Настолько быстро грузит. Так, вот эту падлу сразу обижали. Избавились от мусора. Да ульки, все мусор.
Так. А, здесь мы кидаем с вами ульт. Special move. Как хотите называйте, но мы его сейчас кинем. Потому что здесь босс. А босс у нас... Улькиора. Здесь тоже я кидаю ульту. Ой, как хорошо. Это вообще без всяких флагов. Красота. Так, вот тут надо быть аккуратным, потому что... Ну да. Нельзя здесь третий прием кидать вообще. Вот нельзя и все. Иначе будет вот так. Надо дождаться второго. Сколько он там будет-то длиться? Долго. 6 секунд целых. Ну ладно, можно как-то в стороночку, знаешь, так. Чтобы третий зануть. И не задеть. Он же все-таки не фулл скрин бьет, это уже хорошо. Ну очень много раз. Золото. Так, здесь юзаем стяжку. Так. Босс, он не умирает с одной ульты, ты прикинь. Видит, как маги там тоже не умирают, да. Бакано. Действительно. А чё так бакано-то? А потому что ультиора. Боженька. С Хугиоку, кстати говоря. Блин, если меня опять будет плохо слышно, я не могу. Бам. Корега-чикарата. И все. Ну сколько там? Побил рекорд, не? Я по времени, по-моему, вообще там это фастом. Нормусь, нормусь. 176. Все, пожалуйста. Я в Насоне так не смог. Не шмог бы. Вот. Все, ГК пройден. А, вы условия-то. Ну, вы условия прочитайте сегодня, если забыл что-то в начале. Все, на этом я с вами заканчиваем. С вами был DreyFoyer. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новых интересных видео. Вступайте в группу Bleach Brave Souls и DreyFoyer. Ссылочки есть в описании. Также следуйте по всем остальным ссылкам, которые есть в описании. Не забывайте смотреть видео, которое будет показано на экране. И зацените плейлист с игрой. В нем есть все наши открытия. Прохождение ГК, всех ГК абсолютно, которые были и будут. И всем удачи, всем пока!